Если измерять количество и качество услуг в звездах, как это делают в гостиничном бизнесе, то у них 5 звезд, уверены в только открывшемся в нашем городе новом медицинском центре. Очереди здесь исключены, а каждый пациент словно достояние для персонала. Есть еще целый ряд критериев, которые демонстрируют, что это действительно новый уровень. И об этом прямо сейчас. С порога интерьер внушает, что это не клиника, а храм медицины. Но это не пыль в глаза, а те самые 5 звезд. Пока заведение работало в техническом режиме, пристальное внимание уделялось этикету и коммуникации с пациентами. Да и сам медперсонал трудится в особо комфортных условиях. Самое продвинутое оборудование, отмечают сотрудники, и соответствующий сервис. Это уникальное медицинское учреждение в нашем регионе, где мы полностью ведем пациента от постановки диагноза до его выздоровления и наблюдаем в течение всей жизни. Пациенту не нужно наблюдаться у большого количества узких специалистов и тратить свое драгоценное время. Функциональная диагностика, лабораторные исследования, анализы, большая часть которых готова уже на следующий день. Есть дневной стационар и даже возможность провести все процедуры, включая получение тех же анализов, на дому. Наблюдаться у личного врача не только удобно, но и эффективно. Семейный доктор лучше других знает историю пациента и особенности его организма. Мне, как врачу-терапевту, очень нравится, что я могу посмотреть и пообщаться с пациентом столько, сколько необходимо для полноты клинической картины. Ведь глаза видят и руки чувствуют иногда больше, чем многие анализы и исследования. Также в Арсмеде существуют годовые комплексные программы медицинского обслуживания по предупреждению заболеваний. Выбрав такую программу, пациенты медицинского центра «Арцмед», которых тут принято называть партнерами, получают комплекс обследований и назначений для профилактики заболеваний, существенная экономия личного времени и никаких нервов. А главное, это позволит оставаться здоровым долгие годы, подчеркивают врачи. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.